сегодня мы решили для горожан сделать подарок, понимая ту популярность, которую троллейбус у жителей города, как бы та популярность, которая есть у жителей города, мы решили сделать такой подарок и провести парад в честь 80-летия. Да, и чем я сразу вижу, забираешь милость. Они никогда не поют. Видишь, вот так. Почти по центру сидит. Дим, посмотри в камеру, помаши. В задней кабинке там классно. Вот ты его так увидел. Но он ушел, я его потерял, я его не могу найти. Ну, вообще, вот поглядеть на эту старую технику. Когда видишь просто технику, которая не ездит, это, ну, тоже интересно. Но когда она на ходу, это очень здорово. Я пришла посмотреть двухэтажный троллейбус, на котором когда-то катались, но его не оказалось, к сожалению. Но все равно удовольствие большущее. Поехали, попробуйте, попробуйте.